смотрите мой вот этот вот YouTube канал, так вы сейчас посмотрите все предыдущие видеоролики, они вообще выходят в закоулках своего сознания, припоминаю какой-то подобный проект с каким-то похожим названием, но в целом я чего-то такого запоминающегося вспомнить не могу. Допустим, компьютерные вот такие вот жесткие сервера, вы думаете, откуда берутся все вот эти вот, ну, БРП, вкладки интернет, во вкладке хоста, типа на компьютере? Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Заканчиваем мы эту неделю, прямо скажем, не особо радужно. Тут и Андрей Ринга потерял некоторых своих ютуберов, хотя он и до этого их потерял, там и Лаганидзе, и там и Митин Шоу, и вот сейчас Денкозор, и там Блэк Раш задудосили, хотя до этого она вроде как поднималась в топе вот этих вот всех серверов. Но сегодня мы, разумеется, все это обсуждать не будем, потому что, ну, во-первых, хронометраж получится не маленький, во-вторых, я это все обсуждал в своих двух предыдущих видеороликов. Если вы все это не видели, то как бы а зачем вы вообще как бы смотрите мой вот этот вот YouTube канал? Так, вы сейчас посмотрите все предыдущие видеоролики, они вообще выходят каждый день в 20:00. И вот возвращайтесь теперь к этому видеоролику, там нажимаете подписку, либо отписку, либо там колокольчик, либо там дизлайк, лайк, там пишите комментарий, либо вы можете их удалять, это все ваши права, как бы зачем мне вам указывать, вы свободный человек в конце концов. Ну ладно, в общем-то, потому что сегодня у нас тема достаточно такая, которую, ну, все равно нужно будет попытаться раскрыть хоть как с какой-то вот стороны. Я, разумеется, как и всегда полагается, не стараюсь остаться нейтральным, то есть я так или иначе говорю, кто прав, кто виноват, но в данной ситуации мне достаточно сложно, потому что такие случаи уже происходили в GTA Сампе, и, разумеется, они, ну, не исключены, никто от них не застрахован, да и вообще это человеческий фактор, просто когда ты набираешь себе в команду каких-либо людей, ты надеешься на них, ты думаешь, что вот, они вот то самое золото, они то самое солнце, которое никогда меня не предаст и всегда будет со мной, а тут вот я захожу в этот самый паблик, журнал и все прочее, Life Mobile, там вижу мониторинг, листаю новости и вижу, что какой-то проект Inferno Roleplay, руководитель с этого самого проекта слил вот все штуки, там карпаки, там, я не знаю, карты, там целый мод, ну типа, или клиент, или как там это все называется, и типа все это сделал из-за конфликта внутри всего этого проекта. И как бы, ну типа, ну что я тут могу сказать? Я вот в этот конфликт не углублялся, я его толком-то и не знаю, и вообще не знаю, где о нем можно почитать, потому что, ну, это самое издание, из которого я беру данную новость, оно вот такой информации не располагает, и, по всей видимости, ее, ну, как вы понимаете, не предоставляет, и, ну, типа, что-то наподобие того. Вообще, это распространенная практика, и вот на основе всех этих слитых карпаков, там, клиентов, всего прочего, мы в скором времени, я так полагаю, сможем увидеть какой-то новый клиент, какой-то новый стартап, который опять-таки такой, типа, о, а мы новый клиент, мы новый стартап, но самые-самые олды, и куколды, и все прочие люди, они-то будут знать, где собака зарыта, и вот откуда весь этот GTA KRMP проект он взялся вообще, я удивлен, потому что этот Inferno Roleplay, ну я о нем абсолютно ничего не слышал, да, я, возможно, где-то в закоулках своего сознания припоминаю какой-то подобный проект с каким-то похожим названием, но в целом я чего-то такого запоминающегося вспомнить не могу. Допустим, насчет вот всех практически проектов, которые находятся в этом самом мониторинге Life Mobile, у меня есть какой-то свое определенное мнение, даже несмотря на то, что я там не играл, просто смотря какие-то видеоролики, делая там вот какие-то прочие вещи, делая вообще в целом видеоролики по всей этой сфере, по всей этой тематике, по всему прочему, я в целом могу понимать, что какой сервер из себя представляет. Inferno Roleplay я вообще не могу понять, что как бы этот проект из себя представляет, потому что, ну, это сложно, это в самом деле сложно и это непонятно. И вообще в целом от сливов никто не застрахован, и даже вот я вам могу сказать, что в каком-то там 2015 или в 2016 году сливали даже Аризону. Но так как Валик, он такой, знаете, гениальный контент-менеджер, пиар-менеджер, я не знаю, там, разработчик, скриптер и так далее, то он сделал ход конем. Он слил свой же мод, но в этом самом моде сделал какую-то дыру, и там какие-то проблемы были у чуваков, которые скачивают весь этот мод. И, в общем-то, он своим вот этим сливом кривого мода Arizona Roleplay, он как бы затмил тот слив, который могли сделать какие-то вот эти вот прочие люди, связанные каким-либо образом с Arizona Roleplay, вот на то время.
тогда еще мобайла и всего прочего не было. То есть сливали даже компьютерные вот такие вот жесткие серверы. Вы думаете, откуда берутся все вот эти вот, ну, БРП, вкладки интернет, во вкладке хоста, типа на компьютере? Это все, типа, ну, с каких-то слитых модов, они берут вот это вот все за основу, как-то под себя дорабатывают, как-то под себя перерабатывают, делают какие-то прочие все вот эти свои вещи, и по итогу мы можем увидеть то, что вот этих вот бонусных всех проектов, их становится слишком дохуя, слишком много, и ты вообще не знаешь, что со всем этим можно сделать. Разумеется, ну, типа, сливать мод из-за какого-то своего вот этого внутреннего конфликта, я более чем уверен, что этот человек, который сейчас слил мод, через какой-то определенный промежуток времени он пожалеет, что он так сделал. Он поймет, что, типа, ну, как-то сгоряча все это сделал. Такие моменты, такие вещи, когда там что-то сливается, они случаются вот всегда сгоряча. То есть тебя там как-то обидели, ты как-то там был законфликтован, возможно, в этом самом конфликте, в этом самом споре ты проиграл, и, типа, такой, ну, нужно же хоть как-то отыграться, и все это сливается. А я сразу хочу сказать, что это не финальная версия, это просто то, как я все это вижу, то, как я все это чувствую, и вообще то, как я все это могу понимать. В общем-то, как-то так я все это сделаю, и, типа, все такое. Также, что самое интересное, в этом самом слитом клиенте КРМП проекта Inferno Roleplay оказался, типа, еще и какую-то часть клиентов Flame Roleplay, которые там вот использовали на бета-тей, как-то там все это переплетено у этих чуваков, и я вообще не знаю, и уже там даже сам вот этот вот создатель, сам вот этот вот разработчик Flame Roleplay, он отписался, сначала он написал что-то типа пиздец, или там охуеть, или, ну, какое-то одно такое слово было, которое точно описывало его состояние. Сейчас этого комментария уже, разумеется, нету, он его исправил на 3 точки, да и, в общем-то, все. Тем более, сейчас Flame Roleplay, как вы можете знать из моих предыдущих роликов, он ушел на доработку, и возможно, что через некоторое время он там его доработает, и вообще все забудут обо всем этом сливе, типа, да в общем-то и все, да. Но зато, благодаря вот этому всему сливу, хотя бы я узнал о том, что это за проект такой Inferno Roleplay, и получается, что дал им бесплатную рекламу, теперь люди, которые посмотрят данный видеоролик, также узнают, что это за проект такой Inferno Roleplay, потому что, ну, я до этого его, ну, абсолютно точно не слышал, по крайней мере, чего-то такого значительного там не было. Ну, вот как лично я все это вижу, как лично я все это понимаю, чего-то значительного там не было. Все, то есть на этом абсолютно точно все. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Roleplay Phoenix, сервер, на котором я играю, сервер, на котором записан данный геймплей, и сервер, на котором я советую вам поиграть. А вся эта информация, все вот эти IP-шники и все прочие вещи, все это находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, узнавайте там всю информацию, ознакомьтесь с ней, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти, там вы тоже можете со всей информацией ознакомиться, там я выкладываю свои подкасты, там я делаю все прочие вещи, делюсь какими-то новостями, подробностями, да и всем-всем-всем, в общем-то, прочим. Поэтому всем спасибо, увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше, я не знаю, как все это получится. Пишите свое мнение по поводу слива Inferno Roleplay КРМП в комментариях, и чтобы все у вас было вообще замечательно, круто и замечательно. Круто и также классно. Вот, да, всем спасибо за просмотр. Всем, как и полагается, я не прощаюсь, потому что мы тут увидимся завтра. Пока.